Обсудить новые проекты и дальнейшие планы в работе собрались за круглым столом женщины-предприниматели «Люберец». Подробнее о встрече расскажет Дмитрий Гринчев. На предприятии «Пехорский текстиль» состоялся круглый стол «Женское лидерство городского округа Люберцы». В заседании приняла участие председатель Московского областного регионального отделения Союза женщин России, президент благотворительного фонда «Исток» Екатерина Богдасарова. Она представила проект социальной сети для женщин-предпринимателей, серию видеороликов «Формула успеха», а также книгу «Имя твое. Женщина Подмосковья». Это очень важно, называть друг друга подругами, потому что женщин соединяет не только партнерские деловые отношения, а часто эмпатия, желание поделиться опытом, желание помочь друг другу. И очень часто это намного важнее и ценнее, чем просто деловые отношения. Деловую встречу инициативных женщин открыли театрализованным представлением. Место встречи выбрано не случайно. Генеральный директор «Пехорского текстиля» Елизавета Терешкина 15 лет реализует благотворительные и социальные проекты. У нас работает программа «Ранняя профориентация» школьников, отвечающих главной идее нашего губернатора вместе с аттестатом дать представление детям о профессии. Мы проводим беседы, а также к нам приходят дети в гости на экскурсии. Конечно же, мы все проводим на безвозмездной основе. Важность женских инициатив отметил глава городского округа Владимир Ружицкий. Он пообещал оказывать поддержку в предпринимательстве и дальше. У нас, видите, такие симпатичные, красивые, умные, интеллектуальные. Девчонки, спасибо, что вы есть. Что видел, мне так, вы говорите вовремя. Мы будем как-то стараться соответствовать вашему представлению. С каждым годом женщины активнее участвуют в социальной и предпринимательской деятельности. Они не только являются лидерами в своем деле, но и занимаются многочисленными благотворительными проектами. Дмитрий Гринчев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.